Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля. И в продолжение темы о фитофторе я хочу поговорить с вами о том, когда лучше обрабатывать томаты утром или вечером, в случае, если вы хотите сделать обработку профилактическую от фитофторы. Тут, конечно, ситуации у всех разные, но я вот хочу рассказать про нашу, именно про свою. Почему я не обрабатываю утром? У нас вот сейчас днем нормальная, хорошая погода, 20-24 градуса. Но выйдя утром, я всегда вижу, что томаты все мокрые. У нас очень холодные ночи, и на томатах уже на всех жидкость, вот они уже такие как бы уже смоченные, то есть роса на них. Поэтому вот в такой ситуации, и именно роса такая обильная, вот видите, вот, они прям такое впечатление, что их из шланга окатили. Вот эти капли, они на всем растении сверху донизу. Не знаю, передает вам камера или нет, но они все мокрые. Я сейчас по рядам пройду и покажу вам. И поэтому утром в таком случае обработку делать нежелательно. Ну, не то, что нежелательно, я вам сейчас скажу, что получится. Получится уменьшение концентрации раствора. Если вы будете вот по таким мокрым растениям работать, вот они все вообще в воде. Такое впечатление, что их из шланга окатили. Если вы разведете раствор так, как положено по инструкции, вот обработав вот такие мокрые растения, ясно, что он разбавится вот с этой водой, которая уже есть на листьях, и он будет менее концентрированным, чем нужно. Ну вот в таком случае я не могу сказать, что повышайте концентрацию. Я никогда не делаю концентрацию раствора больше, чем указано на пачке. Я лучше предпочитаю делать вечером по сухому листу, потому что, ну вот, утром я вот сегодня вышла, это сейчас уже 7, а если обрабатывать пораньше часов, ну, в 6, у нас вообще такая мокрота. Не знаю, с чем это связано. Наверное, из-за того, что вот такой перепад температуры, что ночью всего 10 градусов, утром выходишь очень холодно, и все растения мокрые. Я всегда делаю по сухому листу, и вечером я считаю, что это более эффективная обработка, чем вот по такой мокрой. Вот видите, она прям, ну, с них вода льется. Все, они как будто бы из шланга окатили их. Это я просто даю такой, ну как, не то что совет, а указываю вам на то, что утром растения могут быть, если у кого роса, вот как у меня, могут быть сильно смоченные, и такая обработка может дать меньший эффект, чем обработка вечерняя по сухому листу, потому что вечером уходят в ночь, когда если дождя нет, растения всегда они сухие, хорошие. Я вот делаю всегда вечером. Все, не буду вас больше задерживать. Это о том, когда лучше делать обработки от фитофторы утром или вечером. Все, до свидания.